люблю сказки Джанни Родари, и поэтому мы сделаем сегодня Чиполлино. Нам потребуется утюг, термоклей, ножницы, зубочистка, фоамиран разных цветов, магнитик. Рисуем на бумаге изображение Чиполлино или распечатываем из интернета. Разрезаем его на отдельные части и переводим на фоамиран. Вырезаем все детальки. Теперь их надо прогреть на утюге до придания им объемной формы. Я использую зубочистку, чтобы не обжечь пальчики. Не забывайте, что при прогреве размер каждой детальки уменьшается. А значит, греть каждую деталь нужно примерно одинаковое время. Когда все детальки будут готовы, начнем собирать Чиполлино. Для этого на ровный кусок фоамирана приклеим сначала перышки лука, предварительно промазав их контур термоклеем. Сверху приклеим голову. Верхнюю бахрому луковицы не приклеиваем, чтобы создавался эффект более реалистичной подделки. Дальше приклеим рубашку, штанишки, обувь и все остальные детальки. Не забывайте, что аккуратность подделки зависит от того, как тонко вы нанесете термоклей на контуры. Не забывайте приклеить мелкие детали. Теперь нам надо аккуратно вырезать Чиполлино по контуру. Смотрите, какой очаровашка. К задней части поделки приклеим магнитик. Все, объемный магнитик Чиполлино готов. Магнитик Чиполлино у нас с вами получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока!